Здравствуйте, дорогие друзья, гости и подписчики моего канала. В этом видео я вам расскажу об уходе за луковицами гладиолусов после их выкопки. Много вопросов мне поступает как на ютубе, так и в соцсетях. Вот что же делать после того, как выкопали гладиолусы. И сегодня я вам дам 8 полезных советов и рекомендаций после того, как вы выкопали луковицы, что же с ними дальше делать. Итак, поехали. Ну и сначала вам хочу показать луковицы, которые у меня в этом году выросли. Вот такого они в этом году замечательного размера по сравнению с коробком. Можно их измерить. Вот смотрите, они практически 8 сантиметров в диаметре. И таких луковиц у меня в этом году выросло очень много. Год дождливый, не очень жаркий. И, в общем-то, я думаю, из-за этого, ну, еще, конечно, благодаря определенным агроприемам, то есть уходу, хорошему уходу за гладиолус, у меня выросли такие вот довольно-таки крупные, хорошие луковицы. Итак, я их недавно выкопал. Ну, и начну первое. Значит, когда их выкапывать? Вот я нахожусь в Московской области, и выкапывать я их начинаю примерно... В 20-х числах сентября, и до середины октября их можно спокойно выкапывать. Лучше выбрать ясную солнечную погоду, без дождя. Тогда это будет и комфортно, и луковицу удастся посушить первое время на солнце. Второе. Для профилактики основного заболевания на луковице гладиолусов, а основное заболевание это фузариус, то есть загнивание самой луковицы, нужно... Точнее, желательно замочить луковицы в темном растворе марганцовки на 30 минут после выкопки. Но замачивать лучше, когда еще они не обрезаны, чтобы вода, вот раствор марганцовки, жидкость и влага не попала вот в эти места. Тогда луковицу надо будет сушить дольше, а в условиях квартиры это не всегда удобно. Поэтому, когда вы замачиваете луковицы гладиолусов в марганцовке или в другом каком-то дезинфицирующем растворе, а морганцовка, на мой взгляд, это самый оптимальный вариант для гладиолусов. Лучше оставлять вот длинные побеги и в какой-то ваночке их замочить, чтобы вода вот сюда вот не попала. Замачиваем в таком хорошем бордовом растворе морганцовки на 30 минут. Если же вы летом применяли полив фитоспорином, то, как правило, фузариоза на луковицах не бывает. Достаточно нескольких поливов, то есть когда вы сажаете луковицы в грядку в середине лета, ну и в конце лета можно также просто полить почву грядки, где растут гладиолусы, раствором фитоспорины, и фузыреза практически на них никогда не бывает. Поэтому я, допустим, замачивание в марганцовке после выкопки не практикую, а замачиваю только их перед посадкой весной в грунт. Четвертое. После того, как вы выкопали, обрезали Стебли на высоту 2-3 сантиметра. Луковицы нужно разложить в один слой в ящики, у кого какие есть, деревянные, либо пластиковые, для того, чтобы подготовить их к просушке. Если на ваших гладиолусах вы заметили летом трипс, это такое насекомое, очень мелкое, оно не дает толком развиться цветоносом, а осенью оно мигрирует сюда, вот в луковицу. В общем-то, трипс, трипс это самое такое неприятное насекомые самый основной вредитель для гладиолусов. Вот если у вас был трипс, и если вы с ним не боролись, или слабо, так скажем, боролись, мало опрыскивали, то тогда можно луковицы дополнительно вот сейчас обработать обычным дихлофосом. Я сейчас не буду прыскать, потому что снимаю видео, но просто вот как мы травим мух, насекомых в своих жилищах, можно также применить и... Опрыскать, обшикать вот так вот слегка луковица гладиолусов. Это их защитит во время хранения от трипса. И если даже какие-то сюда и пролезли насекомые, вот между чешуйками в луковицу, то они погибнут от дихлофоса. Вот такой вот вам э, хочу подсказать очень интересный и полезный прием по уничтожению трипса уже после выкопки луковицы. Обычный дихлофос. Ну и основной момент, который влияет на хранение луковиц гладиолусов, это, конечно, их правильная сушка. Не всегда удается в условиях квартиры правильно высушить, потому что э, в источниках в официальных по выращиванию гладиолусов рекомендуется, ну, в книгах, я имею в виду, в литературе, рекомендуется в течение э, 3-4 недель э, сушить луковицы гладиолусов при температуре от 35 даже до 40 градусов это довольно высокая температура для квартиры в принципе можно обеспечить такой похожий э, температурный режим если допустим где-то эти ящики положить рядом с радиаторами отопления с батареями э, и, и таким способом их сушить но это конечно не, не каждый может себе позволить поэтому и если у вас маленькие партии, то, конечно, можно высушить и на батареях. Если у вас большое количество гладиолусов, луковиц, то тогда вам нужно применять какие-то иные способы где-то сушить в других помещениях. В принципе, можно вот на моем опыте достаточно, я думаю, вот у меня получается хорошо высушить при обычной комнатной температуре ну а это от 20 до 30 градусов 30 это если поставить их поближе допустим к радиатору также хорошо в течение месяца они высыхают ну а в этом году я вам хочу показать такой интересный вариант по просушке луковиц я приобрел вот такое вот интересное тепловое тепловую панель или тепловое панно, как его еще можно назвать. Вот посмотрите, он выглядит как картина. Я вам сейчас вот так вот сверху вниз показываю. Прикреплен на стенке. Это такой пленочный обогреватель. Я таких себе заказал два. Если вам интересно, где я заказал, то внизу, внизу под роликом будет ссылочка. Он вот в таких вот поставляется вот такой упаковочке и размеры я вам скажу. Метр двадцать на ну, примерно на 0,6 метра и 50 миллиметров его, так скажем, толщина, будем так говорить. Ну и вес смотрите. Питается он от, от обычной сети 220, потребляет он около 500 ватт. Сейчас я вам покажу еще его общий вид. Вот так он крепится на стену и от от этого обогревателя пленочного исходит очень такое хорошее активное тепло и если рядом с ним расположить вот так вот ящики с луковицами особенно если у вас их немного то вполне их можно высушить и дома и вот я вам еще покажу область применения для чего он предназначен это для обогрева жилых служебных помещений дач гаражей подвалов теплиц сушки овощей, фруктов, ягод, грибов, сушки влажного белья. В общем-то, вот такой вот, как мне кажется, очень удобный обогреватель. И по сравнению, конечно, с другими обогревателями, которые берут киловатты, полтора, все-таки 500 ватт, это не так много. Седьмой совет. После того, как вы высушили луковицы гладиолусов в ящиках, их можно хранить в обычных женских колготках ну старых конечно но ну, можете конечно и новые для этого использовать но очень хорошо и компактно луковицы хранятся в таких вот женских капроновых колготках или чулках там они хорошо проветриваются воздухом хорошо хранятся и самое главное очень компактно потому что хранить в ящиках не очень удобно ящик занимает много места а там они хранятся получается в таких как бы в колбасках их можно подвесить если вы храните допустим в подвалах в подполах то очень удобный вариант хранения я вам покажу фото как у меня это все выглядит и восьмой совет заключительный что где же все-таки хранить лучше луковицы гладиолусов? Конечно, идеальный вариант это хранить в прохладных, хорошо вентилируемых помещениях, подполах, подвалах, где температура зимой ну, не превышает 10 градусов. Если даже она будет 10-12 градусов, это тоже хорошее условие. Хотя, вот я знаю, многие хранят луковицы в обычных коробках при обычной температуре. Ну, у меня есть возможность хранить в подвале, в подполе луковицы. Там хорошая вентиляция, соответствующая температура. И там они у меня очень хорошо хранятся. Более подробную информацию о посадке гладиолусов в грунт, об уходе за ними летом, о подкормках, об обработках вы можете найти в моих соответствующих отдельных роликах, которые вы можете найти ссылки на них в конце этого видео. Ну а на этом, дорогие друзья, пока все. Надеюсь, эта информация была вам полезна. Не забудьте подписаться на канал, если вы впервые пришли на мой канал в гости. Обязательно подпишитесь. Кому эта информация была полезна, не забудьте поставить вот такой значок лайк. На этом пока, дорогие друзья, все. До новых встреч. Всем хорошего. Пока-пока.